Кызылорде продолжается чемпионат страны по тяжелой атлетике. В первенстве принимает участие около 220 тяжелоатлетов. Сильнейшие по итогам чемпионата будут отобраны для участия в чемпионате Азии, который пройдет в Поднебесной в августе. Области на первенстве представляют 24 спортсмена. За два соревновательных дня они завоевали 2 серебра и 1 бронзу. Итоги соревнований будут подведены 24 апреля.